время суток тем, кто меня смотрит сейчас. Я Панова Ольга. А что произошло? Я получила фантастические результаты по здоровью. То есть это было вот этой весной. Состояние моего здоровья начало очень сильно ухудшаться. Ну, было не ахти, конечно, уже давно, много лет назад. А последнее время, весна, начало лета, это, ну, у меня было такое ощущение, что я просто потихоньку вяну, и жизнь из меня уходит реально, потому что силы куда-то девались, и я не могла говорить ни о чем, что немножечко эмоционально меня, хотя бы немножко эмоционально затрагивает. У меня слезы появлялись, мне было неудобно. То есть общение с людьми даже затруднилось, потому что мне было стыдно своих реакций, каких-то истерических, неврастенических. Мало этого. Боли в сердце, одышка, головные боли усилились, суставы не хотели работать совершенно. Желудок вообще стоял. То есть я еду ем, и она у меня там лежит, лежит, лежит. Вообще совершенно не переваривается. То есть мое тело было постоянно наполнено неприятными, болезненными ощущениями. И в конце концов... Что я врачи сейчас... вам говорили? Врачи... Я уже давно не была... в больнице у врачей. Почему? Потому что я прошла все круги официальной нашей медицины, и, в принципе, никогда не получала особой помощи. Ну, единственное, что там, сбить температуру, убрать красноту где-то. А диагностику вы проходили? Ну, конечно, я проходила диагностику. Само собой разумеется. И однажды, много-много лет назад, мне говорили врачи, что надо срочно удалять желчный пузырь. Срочно. Я говорила, что я не выдержу, я очень себя плохо чувствую, я вообще совсем-совсем никакая. Может быть, вы мне общеукрепляющее лечение назначите, а потом уже операцию. Потому что я чувствую, что не выдержу. А мне не объяснили так. Почему срочно? Потому что вам может быть только хуже. Вот что бы ни делать, только хуже, хуже, хуже. Ну, а в этим принципе... летом диагностика была сделана? А? Расскажите. Нет, этим диагностику. Летом это совсем в другом месте. Да, это было сделано в Саратове, диагностика. И по этой диагностике мне доктор Лекучева просто разъяснила то, что я чувствовала, то, что нет во мне жизни и вообще совсем-совсем никакая. То есть я чувствовала себя, как мне, не знаю, сколько, 150 лет. Вот. И причем не только неприятные физические ощущения, вот эти неврастенические реакции, но и вообще ни вдохновения нет, ни желаний никаких. А силы были? И сил вообще никаких. Вообще ничего. Ну, то есть человек как шарик сдутый, который... Ну, на этой диагностике что вам сказали? Ощущения по всем системам органов были. Меня это не удивило, ее это очень удивило. Сказал, что она не часто такое видит. А сейчас как себя чувствуете? Да прекрасно. Это я просто родилась заново. Просто родилась заново. Отдышка, боли. Да, отдышки. Отдышки никакой у меня нет. То есть это, ну, это просто слова. А маленькая картинка. Раньше вот я, например, на второй этаж поднималась, и у меня происходило что-то. Сердцебиение сбивалось, ритм сердца. Я, в общем, совсем плохо мне было. И задыхалась. То есть меня вот душило. Я такого, если честно, вообще в своей жизни не помню, чтобы у меня так было. Вот. А сейчас один маленький эпизод. Я пробежала 1.5 километра. Ну как пробежала? Быстрой ходьбой прошла. И вот эта моя дистанция включала вот бегом. Вот это же бегом. Подъем на 3-й этаж. И потом опять бегом, но это переход, такой высокий-высокий переход через трассу транспортную. И потом также бегом спуск, и дальше бегом. И
ну, была цель, конечно, не просто так бегала. И потом, когда я уже подбегала туда, куда бежала, я вдруг поняла. А, о, я дышу нормально, мне ничего не, не душит. Я себя нормально чувствую, я просто разгорячилась, мне стало жарко, и все. Сон стабилизировался? А, вот насчет сна. Сон, мне трудно было заснуть раньше. Сон, сам сон был неплохой. Не, не да, сейчас лучше, вот первый раз вообще я это осознаю. Раньше я 3-4 раза я вставала. Просыпалась, но правда сразу засыпала. А сейчас вообще не... утром только просыпаюсь. Да, вот такое изменение сию минуту осознала. Вот. Что мне было трудно? Заснуть мне было трудно раньше. Но раньше это вот как раз в июле месяце, совсем недавно. То есть я замерзала. Я ложилась под теплое одеяло, все, и я не могла заснуть, потому что я мерзла, мерзла, мерзла. Я наливала в бутылки пластиковой горячей воды, обкладывалась этими бутылками. Я так засыпала. И я даже не заметила того момента, когда я перестала это делать. Ну, вот в течение вот этих вот 2 месяцев. Сейчас скажу поточнее. По крайней мере, уже месяц с небольшим уже этого я не делаю. Точно. Хорошо, Ольга, а что вы принимаете? То есть почему произошло такое разительное изменение за, ну, по сути, 3 месяца? Сейчас конец сентября 2019 года. Да. Вот мне повезло встретить в моей жизни продукцию компании «Найота». Это соль Найота 88. Так получилось, что больше ничего, вообще никаких средств других продуктов, ни аптечных, ни, вообще ни БАДов, ничего у меня не было, кроме соли Найота 88. И вот только эту соль я принимала внутрь. Как часто? Один раз в день всего, это проще простого. Вот для меня это тоже было очень важно, то, что один раз в день утром натощак и все. Потому что благодаря проблемам с сосудами и уже атеросклероз начинается, мне очень трудно было даже самые замечательные какие-то средства. Вот это запомнить, вот это вовремя выпить, и это за полчаса еды, до еды, это через полчаса после еды, это 3 раза, это 4 раза. Для меня это просто невыполнимо. Тем более, что я еще работаю на очень-очень тяжелой, занимаюсь тяжелым трудом, очень разнообразным, психологические нагрузки, эмоциональное напряжение и огромные физические нагрузки. Такая работа. Но, скажем, говорили еще, что экологически небезопасно. И, ну да, да, вредность. Я просто сразу не вспомнила об этом, потому что это уже как привыкла, что это есть. То есть я дышу, воздух постоянно загрязненный. То есть строительная пыль, постоянно я ей дышу. Даже пыль от стекловаты, вот эти иголочки блестящие. Это все со мной до сих пор. Но однако же. Хотя все это со мной, вся эта вредность, вся эта пыль, я продолжаю ей дышать, но состояние изменилось, ну как можно сказать быстро об этом, чтобы не затягивать время? Я родилась заново. Ольга, а сколько вам лет? Можно нескромный вопрос? Можно. Мне 62. Будет послезавтра. Замечательно. Просто с ума сойти. Теперь мы хотели бы взять интервью у вашего доктора. Ну вот, теперь мы хотим послушать доктора Ольги, тёзка Ольга Ликучёва. Здравствуйте. Прокомментируйте, пожалуйста, слова вашей пациентки. Добрый день. Это вот то, что мы сейчас видим, это человек совершенно другой. То есть, когда она появилась на моем пороге 15 июля, это был совершенно потухший, совершенно другой человек, и выглядела она совсем иначе. Это теперь мы сейчас... видим улыбающуюся, счастливую, а тогда это было вот совершенно что-то серое, потухшее, без всяких жизненных сил. И когда мы сделали диагностику, то увидели, что все подтверждено. Внешность, она всегда, ну, она отражает внутреннее состояние, и мы это увидели очень хорошо, и у Олечки то же самое было.
никакого диссонанса не было. То есть что мы увидели? Мы увидели сплошный воспалительный процесс, огромное количество патогенной микрофлоры, очень много глистной инвазии. В общем, все то, что связано, конечно же, заражение происходило, снижение иммунитета, и заражение происходило, связанное, по-видимому, с ее работой. То есть это был совершенно обсемененный человек, и, соответственно, вся эта нечисть вызывала огромное количество воспалительных процессов в организме. Конечно, сопровождалась потерей сил и эмоций и всего остального. Я хочу сказать, что это был человек, который не бросал свое здоровье, и она занималась всегда им, и по ее рассказам употребляла большое количество БАДов, одной из компаний, которую мы называть не будем. Но привезла их с собой, показала мне все. Мне обычно, когда такие вещи показывают, мне не важно, что употреблял человек, а главный результат. Результата я не видела никакого, потому что, я не знаю, если бы она их не пила, может быть, было бы хуже, но хуже было труднее сделать. Поэтому мы решили, что мы уберем раз такой эффект, причем это было годами, и тратилось достаточное количество средств, порядка 5-7 тысяч в месяц. Результат был нулевой абсолютный, поэтому мы решили, приняли решение все это дело убрать и перейти на соль. Это, в общем-то, оправдало себя. Соль, да, наша любимая соль на Юта, которую она употребляла, и больше ничего. Не делала никаких чисток, пила по 2 грамма утром эту соль. И так как Оленька живет у нас в другом городе, мы в Саратове, а Оля в Москве, через 2 месяца, чуть больше 2 месяцев, то есть прошло где-то дней 70, после употребления этой соли, она появляется у нас в городе, мы делаем диагностику вот буквально 3 дня назад. Это было совершенно другое. У меня действительно был шок, потому что я не ожидала такого результата. После отмены она не употребляла никаких химических препаратов. И после, только на этой соли получили такой результат просто потрясающий. Что произошло? Ушла эта патогенная микрофлора, ушел стафилококк. Ушли практически все глистные инвазии, ушла не только стафилококк, но и другая микрофлора ушла. Воспалительные процессы уменьшились в десятки раз. То есть, если это было изначально было степень выраженности заболеваний очень яркой, то после этого все это дело уменьшилось. Поэтому для меня это тоже было не так часто бывает. Как правило, что-то еще используют, а здесь только, можно сказать, эксперимент был чистым. И больше ничего принято не было. То есть мы не могли списать на что-то другое. Мы получили результат именно только на этой соли. Поэтому я очень рада, Оля, что такой мощный результат. И когда она мне рассказывала, что мне хорошо, что у меня появились силы, но верилась как-то не очень, с трудом верилась, и ей с трудом верилась, и мне. Но диагностика все это подтвердила, и мы можем приложить все эти документы, мы все это запишем, поместим это все в ролике, для того, чтобы вы увидели, какая перемена произошла в человеке за 2 месяца с небольшим. Это просто потрясающий результат. Изменилось все, и психика человека, и состояние нервной системы, и состояние желудочно-кишечного тракта. Вышли соли, стала более жидкой желчь, то есть это то, что грозило ей желчекаменной болезнью, когда хотели ей удалять желчный пузырь. То есть все это ушло на фоне приема одной только соли. Поэтому я очень рада, Оленька. Мы будем продолжать. Да. Будем продолжать и будем добавить все остальное, что только есть, в общем-то, продукты, которые есть. Я думаю, результат, конечно, будет замечательный просто. Сейчас хороший, будет замечательный. И поэтому мне очень трудно было менее эмоционально рассказывать об этом, потому что действительно произошло совершенно фантастическое событие в моей жизни. Потрясающе. Мы будем ждать тогда отчетного видеоролика, да, чтобы подтвердилась диагностика. Увидим это, Ольга Юрьевна? Обязательно. Мы работаем над этим, и сейчас будет все готово. Спасибо вам всем большое.